Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем наше обучение, решаем задачки по правилам дорожного движения. Сегодняшняя тема у нас – проезд перекрестков. Первый вопрос. При движении прямо вы. При движении прямо мы должны проехать первым, так как это равнозначный перекресток, у автобуса помеха справа, поэтому мы проедем первым. Следующий вопрос. Разрешено ли выехать на перекресток в данной ситуации? Если за перекрестком образовался затор, где затор, туда нельзя, так как мы застрянем на середине перекрестка, но мы можем ехать в других направлениях. Разрешено для поворота и разворота. Кому вы уступите при движении прямо на перекрестке? На перекрестке мы обязательно пропускаем пешеход, но однако велосипед нет, так как велосипед является транспортным средством и у него помеха справа, поэтому только пешеходу. Кому уступите дорогу при повороте налево на перекрестке? При повороте налево на перекрестке смотрим знак «Уступить дорогу» в направлении главной дороги, вот это, значит, эти транспортные средства оба находятся на главной дороге, поэтому обоим уступим. Кому вы уступите дорогу при выполнении разворота? Так как главная дорога наша и автобуса, но автобус находится справа от нас, поэтому уступим только автобусу. Кому уступите при повороте налево? У нас главная дорога, у серой машины тоже главная дорога, но у нас помех нету, у серого есть. Поэтому мы проедем первым, значит, никому не уступим. А в какой последовательности проедет перекресток? Смотрим. Здесь основной сигнал красный, дополнительная стрелка горит. У грузового автомобиля основной сигнал зеленый, поэтому он первым проезжает, после этого одновременно трамвай и легковой автомобиль. Так, вот смотрим, грузовой автомобиль, трамвай и легковой автомобиль. Кому уступите дорогу при движении прямо на перекрестке? Это перекрест, как мы видим, равнозначный, поэтому уступим обоим трамваям. Кому уступите дорогу при движении прямо? Смотрим. Главная дорога вот эта. Значит, вот эта главная дорога. Соответственно, этим в первую очередь уступим, а также уступим автомобилю, который находится справа. А мы и отсюда едем снизу. Синий автомобиль едет отсюда. Между нами помеха справа будет. Поэтому уступим всем транспортным средствам. Ваши действия при движении прямо. Мы едем прямо. Трамвай и легковой едут налево. Легковой автомобиль нам уступит, так как мы для него помеха справа. А вот между трамваем и автомобилем помеха нету, да? Поэтому мы уступим только трамваю. Уступит ли вы дорогу трамвая при движении прямо? При этом в сигнале регулировщика трамвай может ехать только прямо. Однако у трамвая горит правый поворотник, ему сейчас не разрешено ехать направо, значит, мы едем беспрепятственно, значит, ответ нет. Ваши действия при повороте налево согласно требованиям правил дорожного движения. Согласно правилам дорожного движения нам разрешается налево разворот, но однако видим здесь пешеходы. По правилам дорожного движения со стороны вытянутой руки пешеходы не должны ходить. Ну, однако, возможно, они пошли, когда он разрешал, да, рука опущена была. Но они не успели. Значит, мы снижаем скорость, ну, и едем дальше, да. Но здесь четкого ответа нету. Тут написано, уступите дорогу пешеходам. Не уступая пешеходам, выполнить поворот, остановитесь, даже с разрешения сигнала регулировщика. Ну, и так это разрешение сигнала поворота. Ну, тут правильные... Было бы, конечно, проедем, то есть едем налево, пропустив пешеход, потому что они завершающий маневр. Вот. Однако здесь, видимо, вопрос в этом, что
люди пошли на запрещающий сигнал пешехода, то есть регулировщика. То есть люди пошли на запрещающий сигнал. Поэтому, не уступая дорогу, выполняем повороты. Кому вы уступите дорогу при повороте налево? При повороте налево мы пропустим помеху справа с маячком. Естественно, трамвай тоже. Так, ответ. Трамваю и автомобилю с проводительским маячком. Кому уступите дорогу, то есть уступите ли вы дорогу грузовому автомобилю при развороте? Когда мы разворачиваемся, мы будем разворачиваться на красный сигнал и дополнительной секции. Дополнительная секция не дает преимущества, так как у грузового автомобиля горит основной зеленый сигнал. Поэтому мы должны уступить. Если у грузового тоже будет красный и дополнительная секция, то это будет как бы равноправие. При равноправии помеха справа мы в любом случае пропустим грузовой автомобиль. Ответ – да. Обязаны ли вы при движении прямо уступить дорогу трамваю, выполняющему поворот направо? Да, обязаны, потому что равноправие трамвай имеет преимущество. Кому вы уступите дорогу, двигаясь через перекресток в прямом направлении при постоянно мигающем желтом сигнале светофора? Раз постоянно мигает желтый сигнал светофора, мы руководствуемся сигналом, то есть знаками. Да? Тут написано, стоит знак «Главная дорога», поэтому мы никому не уступим, так как у нас главная дорога. В данной ситуации водитель зеленого автомобиля, намеревающий продолжить движение прямо, он хочет ехать прямо, но горит красный сигнал. Сзади стоит автомобиль, у него ничего не горит, имеется в виду поворотник. Поэтому он дождется своего сигнала и поедет прямо. Так, продолжит движение с этой полосы, дождавшись расширения сигнала светофора. Следующий вопрос. Ваши действия при выезде на перекрест согласно правилам дорожного движения? Согласно правилам дорожного движения, это равнозначный перекресток. Мы не обязаны уступать этому автомобилю, так как у него помеха справа. Так, ответ будет уступить. Не должен уступать. Вот этот вот ответ будет правильным. Многие думают, кольцо это такое особенное. Но в европейских правилах кольцо главное. Но об этом говорит знак. Здесь будет знак, кстати, уступить дорогу. А в нашем случае, если знака нет, это равнозначный перекресток. Ваши действия при повороте налево. Так как мы едем налево, направо, неважно, мы едем со стороны грунтовой дороги. Дорога без покрытия по отношению к асфальтированной всегда считается второстепенной. Поэтому уступим обоим транспортным средствам. Кому уступите дорогу при проезде перекрестка в прямом направлении? Если мы едем прямо, то никому не уступим, так как горит зеленый сигнал. Автомобиль, который навстречу едет, он будет нам уступать. Никому не уступим. Кому вы уступите дорогу при повороте налево? При повороте налево мы уступим грузовому, так как он по главной, мы по главной и у нас помеха справа. Кому уступите дорогу при повороте налево? Здесь имеется в виду пешеходы, да? Обоим пешеходам. Ваши действия при движении прямо. При движении прямо равноправие, что у нас, что у них. Но однако мы уступим только трамваю. Автомобиль нам уступит. Кому уступите дорогу при повороте налево? Так, вот здесь вот эта главная дорога. Мы уступим именно тем, кто едет по главной. Автобусу и легковому. Ваши действия при включении зеленого сигнала. При включении зеленого сигнала мы дадим шанс закончить маневр этому автомобилю. Да? Значит, уступим легковому, завершающий разворот. Кому уступите дорогу при повороте направо? При повороте направо мы никому не уступим. У нас справа никого нет, помехи нет.
ваши действия в данной ситуации. Ну, так как горит зеленый сигнал, мы продолжим свое движение, да, без остановки. Ваши действия при повороте налево. У нас главная дорога, у автобуса тоже. Значит, при повороте налево уступим только автобусу. Уступите ли вы дорогу автобусу при повороте на перекрестке? Если мы поворачиваем налево, конечно, автобус будет помеха справа для нас. Поэтому уступим. В каком из перечисленных случаев вы уступите дорогу пешеходам при проезде перекрестка? Нам не важно, какой знак стоит для пешехода. Это пешеходный переход. Поэтому при любом раскладе, да, в обоих перечисленных случаях мы уступим пешеходу. При повороте направо мы уступим велосипеду, так как он в прямом направлении едет, а также пешеходам. Здесь установлен знак равнозначный перекресток, тогда мы уже уступим, кто у нас находится справа. Приближающему справа. Ваше действие при движении прямо. При движении прямо уступим только трамваю, да? Кому уступите дорогу при движении прямо? Никому. Нет, извините, помеха справа. Легковому автомобилю. Уступит ли дорогу автобусу при движении прямо? Да, потому что он справа. Уступит ли дорогу трамвай при движении прямо? Да, похожий вопрос. Уступит ли при повороте направо в данной ситуации? Кому уступите? Уступим велосипедисту и пешеходу. Кому уступите при повороте налево? При повороте налево уступим встречному автомобилю, который поворачивает налево, да? Белого цвета. При движении прямо мы уступим автобусу, так как находится он справа от нас. Что вы сделаете при повороте налево? Естественно, уступим встречному автомобилю. Но вопрос, где остановитесь? Стоп-линия — это когда горит красный. А зеленый горит, мы проедем за стоп-линией, да? Остановимся за стоп-линией. Кому уступите при движении прямо? Видим, здесь главная дорога. Уступим трамваю, красному автомобилю. И все. Трамваю и легковому. Кому уступите при повороте налево? При повороте налево мы пропустим и трамвай, и синему автомобилю. Обоим транспортным средством. Ваше действие при движении прямо. Смотрим, вот это вот главная дорога. У нас второстепенная, поэтому обоим уступим. Ваше действие при повороте налево. Мы имеем преимущество. Проедем первым. Кому уступить дорогу при повороте налево? При повороте налево мы видим, у нас главная дорога, поэтому никому не уступим. Кому уступите при повороте налево на перекрестке? Опять-таки мы по главной дороге, поэтому никому не уступим. Кому уступите при движении прямо? Автобусу. Кому уступите при повороте налево? Только мотоциклу. Кому уступите при повороте налево? Грузовому, который находится справа, да? Грузовому. Потому что с ним мы не пересекаемся. В данной ситуации при повороте направо вы имеете преимущество, потому что у него помеха справа. Кому вы уступите дорогу при движении прямо? При движении прямо мы никому не уступим, так как у нас главная дорога. Вы проедете перекресток в данной ситуации. У нас пока помехи нету, поэтому двигаемся до середины перекрестка.
Здесь остановимся, потому что нам надо уступить встречному. В этот момент красный автомобиль первым проходит, потом синий автомобиль, и мы последним завершаем. Поэтому ответ последний. Запомните этот вопрос. Что вы сделаете при движении прямо на данном перекрестке? При движении прямо. Мы просто едем, не уступая. Кому вы уступите дорогу при повороте налево в данной ситуации? При повороте налево мы уступим встречному, то есть автобусу. Кому уступите при повороте налево? При повороте налево у нас главное и трамвай главное, поэтому трамваю один уступим. Разрешается ли опережение автобуса, который остановился перед перекрестком в данной ситуации? Ну, опережение опасно, потому что если раз автобус остановился, перед автобусом может побежать пешеход. Поэтому разрешается, убедившись, что это будет безопасно. Тут вопрос стоит, разрешается ли опережение. Но нет, опережение запрещается. Опережение – это когда мы увеличиваем скорость. Какими будут ваши действия при включении зеленого сигнала? Ну, здесь мы можем ехать, убедившись, что будет это безопасно. Потому что уже автобус стоит, мы тоже стоим. Значит, мы начинаем движение очень осторожно. Да? Начнем движение, убедившись в отсутствии пешеходов или других транспортных средств, которые спрятались за автобусом. Ваши действия при движении прямо. У нас главная дорога и у трамвая тоже, поэтому уступим трамваю. Ваши действия при повороте налево. Раз знак стоит конец главной дороги, значит уступим автобусу. При выполнении разворота водителя автомобиля, выехавшего на перекресток, при разрешающем сигнале светофора в данной ситуации. Ну, раз он уже выехал, он должен завершить на любой сигнал. Имеет преимущество, так как он завершает маневр. Есть такой ответ? Вот он. Кому уступить дорогу при движении прямо? Только трамваю. Правильно. Уступит ли вы дорогу автомобиль, выполняющий разворот? У нас горит красный и дополнительная стрелка. Раз у нас горит красный, значит у него горит зеленый. Поэтому уступим. Ответ да. Кому вы уступите при проезде перекрестка в прямом направлении? Тут равнозначный и два трамвая, естественно, обоим трамваем. Если за перекрестком образовал затор, вам необходимо ехать только прямо. Но прямо, если мы хотим ехать, там затор, поэтому нам запрещается проехать. Мы остановимся перед вступлением, будем ждать, пока они подвинутся дальше. Да? Так, остановимся перед вступлением. Кому уступите дорогу при повороте налево? Так, смотрим. Это у нас главная дорога. Уступим этим обоим. И, естественно, помеха справа белому тоже. Значит, всем транспортным средствам. Ваши действия при повороте направо. При повороте направо у нас горит основной красный, дополнительный зеленый. Значит, у него горит основной зеленый. Уступим. Так, вопрос. При повороте направо, повернув, не уступая, повернув, уступая, да? Вот, уступив дорогу. Кому вы уступите при движении прямо? Грузовому, так как он находится справа от нас. Кому уступите при повороте налево? Грузовому, так как помеха справа. Кому уступите при движении прямо? Только грузовому, потому что грузовой тоже по главной, и мы по главной, и у нас помеха справа. Кому уступите при установке, как вы поступите при установке данного знака? Мы остановимся перед стоп-линией. Так, перед знаком, перед стоп-линией. Вот ответ. Уступите ли вы дорогу легкому автомобилю слева при проезде перекрестка в прямом направлении?
Да, так как у нас красная и зеленая стрелка, у него зеленый ответ да. Кому уступите приворот налево? Приворот налево обоим транспортным средствам. Уступите ли вы дорогу трамваю при движении прямо? Да, естественно, да. Уступите ли вы дорогу трамваю при движении прямо? Тоже да, потому что он трамвай. Ваше действие при повороте направо. При повороте направо мы имеем преимущество, да? Разрешается опережение. Такой вопрос был, ответ запрещается. Кому вы уступите при движении прямо? Так, плавно дорога вот эта. Значит, мы обоим уступим. Уступите ли трамваю при движении прямо? При движении прямо уступим трамваю, потому что зеленый не только нам говорит, а также трамваю. Ответ да. Кому уступите дорогу при движении, при повороте налево на перекрестке? Так как у нас уступит дорогу, мы обоим транспортным средством. Кому уступите при повороте налево, равнозначный перекресток, обоим уступим, потому что и этот помеха будет, позже будет и эта помеха. Обоим транспортным средством. Обязаны ли вы уступить грузовому автомобилю при выполнении разворота на перекрестке? Нет, не обязаны, так как у нас говорит основной зеленый, у него основной красный. Поэтому не обязаны. Кому уступите при повороте налево? Так как вот это вот главное, обоим. Кому уступите при повороте налево? На знак уже не смотрим, мы смотрим на светофор. Уступим грузовому, а также пешеходам. Кому уступите при повороте налево? Только трамваю один. Правильно, да? Только трамваю один. Кому уступите при повороте налево? Никому, так как у нас главная дорога. Кому уступить дорогу при движении прямо? Обоим транспортным средством. Грузовой помеха, это трамвай, да? Обоим транспортным средством. Что вы сделаете в данной ситуации? Естественно, не задаем этого человека, да? Начнем движение после того, как пешеход закончит свой переход. Уступить ли дорогу легковому? Да. При развороте у нас будет помеха справа. Кому уступить дорогу при движении прямо? При движении прямо. Смотрим, вот это вот главная дорога. Значит, им, только им уступим. Легковому и автобусу. Кому уступить дорогу при повороте налево? При повороте налево мы уступим только легковому, так как он тоже по главной. В данной ситуации вы выполните поворот налево на перекрестке. Раз тут мигающий желтый сигнал, это равнозначный перекресток. Помеха справа у нас повозка грузовая, поэтому мы выполним поворот налево после того, как проедет повозка. Ваши действия при повороте налево. Помеха справа, уступим мотоциклу. По какой указанной траектории выполнит разворот? Ну, здесь есть стоп-линия, поэтому мы выполняем требования каждого светофора. Значит, мы поворачиваем налево, остановимся здесь, потом дождемся зеленого сигнала и еще раз налево. Траектория 1. Кому уступить дорогу при движении прямо? При движении прямо обоим транспортным средством, так как они оба едут по главной дороге. Ваши действия при повороте налево. При повороте налево, здесь вот, о чем идет речь. Тут автобус далековато. Многие думают, что автобус далеко. Я резко повернул и забываю про пешехода. Поэтому нельзя начинать движение, если мы чувствуем опасность. То есть ответ будет третий.
Как вы поступите при повороте налево? При повороте налево мы никому не уступим, да? Проедем первым. Кому вы уступите дорогу при повороте направо на перекрестке? Ну, у нас главная дорога, значит, никому не уступим. Мотоцикл едет налево, мы едем направо, мы с ним не пересекаемся, поэтому никому не уступим. Кому уступите при повороте налево на перекрестке? Так, вот эти они оба едут по главной дороге, значит, уступим трамваю и автомобилю с маячком. Ваши действия при движении прямо. У нас главная дорога, трамваи второстепенные, поэтому проедем первым. Кому уступите дорогу при повороте налево? Никому. Разрешено ли вам выполнить поворот одновременно с автобусом? Ну, мы можем ехать направо, если, правда, автобусу не будем мешаться, да? Не создавая помех автобусу. В данной ситуации водитель зеленого автомобиля, намеревающий продолжить движение прямо, ну, так как горит красный сигнал, он хочет ехать прямо, но однако сзади пристроился автомобиль, включил правый поворотник, он обязан включить поворот и ехать направо. Значит, ответ будет должен повернуть.